Эффект близости в том пространстве – это взаимодействие между конденсатами, когда форма температурной зависимости отклоняется от стандартного поведения. То есть более сильный конденсат наводит сверхпроводимость на более слабый, когда при температурах, превышающих так называемую собственную критическую температуру, меньше щель. Маленькая щель, которая закрывается при меньшей температуре, быть не щель, наведенная в нормальном металле эффектом близости? Конечно, такое возможно, но, во-первых, наши данные хорошо воспроизводятся, то есть на большинстве наших характеристик мы видели особенности, связанные с малой щелью, и воспроизводится ее значение. При эффекте близости в реальном пространстве, согласно теории, значение наведенной щели может зависеть от величины межзонного взаимодействия. Также, так как мы исследовали не только одноконтактные, но и стопочные характеристики, в которых вклад поверхностных эффектов уменьшается, соответственно, пропорционально количеству контактов стопки, то можно сказать, что мы наблюдаем две объемные щели. Мы мерили на 1-2-2 систем с постпродопированным, калидопированным в чистых системах. Или вы знаете такие результаты, опубликованные в результатах? Мы эти системы не измеряли, 1-2-2.